Сегодняшний международный день борьбы с наркоманией лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отправился в одну из московских наркологических клиник. По официальным данным, в России регулярно употребляют наркотики свыше 600 тысяч человек. Миронов считает, что у нас есть все необходимое, чтобы помочь этим людям избавиться от болезни, которую многие считают неизлечимой. К сожалению, даже в нашей государственной официальной доктрине по борьбе и с профилактикой наркомании записано, как наркомания – неизлечимая болезнь, это неправда. Наркомания, как и алкоголизм, излечима. Для этого, конечно, нужна воля человека, но есть замечательные врачи, которые это делают, кстати, бесплатно, вот здесь, в этом государственном центре.